Сегодня 1 сентября, день знаний. Во всех школах страны прозвенел первый звонок. В Якутии свои двери распахнули 650 школ. В них в этом году будут обучаться более 130 тысяч детей, в том числе 15 тысяч первоклассников. Отметим, что в республике большое внимание уделяют развитию подрастающего поколения, повышению качества образования и профессионального мастерства педагогов. Кроме того, в этом учебном году откроется 12 новых школ и 14 детских садов. В этом году более 15 тысяч первоклассников придут в школы Якутии. Порядка 140 тысяч ребят придут учиться в школы. А по Российской Федерации нас все вместе более 14 миллионов школьников. У нас одна задача – учиться, жить вместе. А у каждого учителя на самом деле это главный праздник жизни, день призвания, день начала рабочей смены. А итог общий у нас один – благодарные ученики. Это будущее поколение нашей страны, патриоты России. И в этот день я бы только хотел пожелать только побед, только успехов, только радостных дружеских встреч в нашей российской школе. С Днем знаний!